Доброго вам дня. Сегодня новая неделя, понедельник и все прочие вот эти вот дни, они начинаются с Black Rush. Я понимаю, я знаю, я вообще вот все это осознаю, что Black Rush многим из вас не нравится, что ролики по Black Rush вы не смотрите. Но что поделать? Тут вот поделать абсолютно точно нечего, потому что деньги, деньги и еще раз деньги, потому что живем мы в капитализме. Однако, давайте уже перейдем к самой новости и не будем тут долго разговаривать о том, что вот Black Rush такая, Black Rush иссякая. Нет, потому что у меня есть что сказать по поводу той новости, которую я сегодня тут с вами буду обсуждать. Ну а вы как думали, если бы мне не было что сказать, я бы, наверное, этот ролик и не записывал, поэтому, ну, вот, да, бывает и такое. Новые таксопарки на Black Rush. Как вам? Тут мы сможем увидеть такой, знаете, экстерьер, такой маппинг, как все это будет выглядеть. Я постоянно удивляюсь тому, как они делают такие скриншоты. То есть постоянно вот там какие-нибудь у них модельки авто, там модельки вот всех вот этих вот зданий, все прочее. И это же вроде даже не в каком-нибудь там блендере, не в 3D с Макси или там не где-то еще. Это уже вот выглядит как в самой игре. Я постоянно удивляюсь, как вы делаете такие красивые скриншоты. То есть, понимаете, в чем дело? Вот ты смотришь на это и понимаешь, что, ну, возможно, вполне вероятно, что в игре такого не будет. Однако тебе хочется этому верить. Разумеется, Black Rush не идеально. У Black Rush бывают и плохие там вот эти вот все скриншоты, как, допустим, было вот с их модельками машины, когда я там обозреваю, когда я там все вот это вот делаю. То есть я такой, типа, чё? А где у вас колеса? Вы как хотите мне продать вот эту вот машину, чтобы я на нее задонатил, чтобы я сделал все прочие вещи, а она при этом без колес? И многие тогда пишут, типа, да ты чё? Да это же просто моделька, да такого же не будет. Скажите, почему модельку нельзя сразу сделать нормальную? Почему? Я вот просто, я вот этого не могу понимать. То есть сразу вот с колесами, понять. Почему нельзя сделать ее сразу с колесами? И вот что в этом сложного? То есть я не знаю, и вы наверняка не знаете, что сложного сделать модельку сразу с колесами, чтобы показать то, как она вся будет выглядеть, и только тогда закупать рекламу на все эти посты, и только тогда выкладывать все эти модельки с приписками, мол, смотрите, у нас будут вот такие вот модельки, вы можете либо на них заработать, либо если вы не хотите долго там вот это вот батрачить на шахте, на ферме или качать ЗП в организациях, вы можете на них задонатить. То есть почему сразу нельзя сделать как-то по-нормальному, что ли, чтобы все было? Я вот этого не понимаю. Если кто-то из вас в комментариях из игроков Black Rush мне все это объяснит, то я буду не против. Но вот эти вот объяснения по типу, да ты чё, да всем же понятно, что это моделька, да ты чё, да все же понятно, все же круто, все же классно. Нет, в том-то и дело, что мне непонятно. В том-то и дело, что я как потенциальный донатер, вот представьте, что я такой, знаете, человек в пиджачке с галстуком, там, знаете, с каким-нибудь таким кейсом на вот в руке, который у меня, я с ним иду, и такой типа, вот, я хочу задонатить, я хочу себе купить там какую-нибудь Toyota Camry 3.5. Но я не могу этого сделать, потому что вот просто я думаю, что у нее не будет колес. Я не хочу в этом разбираться. Я не хочу знать вообще, как все это выглядит. Я не хочу знать, как выглядят все эти модельки. Я ничего не хочу знать. Я хочу просто посмотреть на модельку. Если она меня заинтересует, я хочу задонатить. Я не хочу разбираться, будут на ней колеса в будущем или на ней не будет колес. Что вообще с ней будет? Там, кто у нее папа, кто у нее мама, какие у нее там родители. Все, мне это не важно. Я хочу увидеть модельку. Если она мне понравится, то я ее куплю. Я на нее задоначу. Я сделаю все, чтобы ее купить. Но тут почему-то такого не происходит. И игроки, вот Black Rush в комментариях, я прекрасно понимаю, вы защищаете свой проект, молодцы, правильно делаете, но я всего этого не понимаю. То есть почему? Вот они же могут делать нормальный скриншот. Вот посмотрите, я вам показываю. Скриншот выглядит замечательно. Я понимаю, что вот, да, это круто, что там, это вот так будет выглядеть таксопарки. При том, что, вот понимаете, вещь, которая по сути не должна продаваться, которая не должна заставить меня задонатить на проект, она выглядит круто. А вещь, которая по сути должна стать, вот так, побудить меня к действию, задонатить на проект Black Rush, она такого не делает, она эту функцию не выполняет. Вот все вот эти вот модельки. Так в чем тогда проблема? Я не особо понимаю. И, наверное, не пойму никогда. И, наверное, люди в комментариях до сих пор будут писать, что чел, ты вот ничего не понимаешь, на самом деле колеса будут классно. И ты вообще там, знаешь, арендуешь для каждого своего вот этого нового геймплейного ролика вот этот вот мопед, ждешь там по 5 минут, пока освободится очередь. Ты вообще какой-то очень странный человек, а мы будем, знаешь ли, кататься на нормальной машине, на Toyota Camry, на всех прочих вещах. Ну а ты там дальше стой, сиди, падай. В общем, что хочешь, делай, нам вообще без разницы на тебя. Ты, ну, сам понимаешь, что ты дебил, придурок и, наверное, лох. Поэтому все, до свидания, пока. Я не против.
все хорошо. Ну, ладно, на этом я думаю, что ролик данный можно закончить. Ставьте, там, знаете, на него лайк, либо ставьте дизлайк, либо подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала, либо переподписывайтесь, потому что, ну, как вы знаете, вот эта вот вся мантра, алгоритмы Ютуба меня топят. Я хочу выпускать много роликов, я хочу выпускать много качественных роликов, но я не могу из-за того, что алгоритмы делают все вот так вот, и я не знаю, что мне со всем этим делать. Я уже просто, я, знаете ли, свисаю со скалы, и вот приходит человек, казалось бы, должен мне помочь переподписаться на канал, но вместо этого он наступает мне на руку, и я падаю с этой самой скалы. Пожалуйста, не будьте этим человеком и не делайте такого, пожалуйста. Однако, ладно, я играл на проекте Black Russian, там, знаете ли, ссылка на скачивание лаунчера в описании, мой никнейм Данила КПРФ в описании, мой промокод хэштег ZDS, он также находится в описании, заходите, ознакомьтесь, узнавайте, что со всем этим будет, и в целом вы должны сами все это прекраснейшим образом понимать для себя сами. Всем спасибо за просмотр, новое видео выйдет завтра в 20:00, а еще у меня есть телеграм-канал, но об этом давайте поговорим в каком-нибудь другом ролике, или просто подпишитесь на меня, подпишитесь в телеграме, сделайте все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, разумеется, до свидания.